Спасибо большое. В этом году потрясающе было у нас с Николаем Викторовичем, которого все знаете, поездка в Аланию, в Северную Осетию, где Николай снимал фильм. Причем фильм со странным названием «Митёк в Алании». Вроде можно подумать, это такой веселый и такой юмористический фильм. На самом деле фильм о жизни и смерти. Он посвящен Сергею Бодрову и много чему заставляет задуматься. Я, конечно, Коля, спасибо тебе за этот фильм. Еще, я не думаю, что вы его видели, но я думаю, что премьера еще будет. Вот. И это замечательная, конечно, удивительная страна, маленькая, горная Алания. И трагедия, которая там была, вот мы все помним, так довелось, что в первый день вот мы попали на это место, на город Ангелов, да, вот этих детей погибших. И, знаете, я редко плачу, но там я плакал, вот, потому что мы познакомились с семьей, которые, вот они как раз ухаживали за могилками двух девочек. Это трагедия, конечно. Ну, я не хочу даже сейчас просто долго про это говорить. Но дело в том, что вот следующий наш лауреат, вот, это замечательный молодой фотограф, я не знаю, молодая фотография, наверное, неудобно сказать, Алиса Кокоева, она как раз сняла вот этих девочек, которые выжили, и уже прошло время. Прошло, по-моему, 14 лет, и они уже выросли, и у них уже маленькие дети теперь. То есть надежда на то, что все-таки эта трагедия как-то смогут пережить вот мы все вместе. И сделал замечательный проект, вот, который выставлен, значит, у Митьков в нашем музейчике на улице Марата. И, по-моему, здесь тоже был, я здесь, к сожалению, не был в Царском селе, вот кто-то подсказывает. Да, видели, да, многие, вот, замечательные фотографии, вот, я очень рад, что сегодня, вот, Алиса приехала специально сюда, вот, и мы ее можем поздравить, она удивительный человек, фотограф, просто, где она, давайте ее позовем. Член жюри, решением Совета учредителей и жюри Царскосельской художественной премии 2015 года присуждена Алисе Кокоевой за создание социально значимого фотопроекта «Беслан. Точка жизни». Поздравляю! Честь и радость быть здесь. Когда я начинала делать этот проект, посвященный моим бесланским мадоннам, девочкам, которые выжили после теракта и которые сами стали родителями, для меня это было чем-то по-настоящему важным, потому что как для человека, для женщин, для осетинки, мне надо было самой себе доказать, что жизнь продолжается даже после, ну, казалось бы, какого-то беспрецедентного ада, который случился. И я думала, конечно, тогда о чем угодно, но только не о том, что вот меня этот проект приведет сюда, в этот зал, и я окажусь среди этих людей. И для меня большая честь и радость получить первую в своей жизни, может, последнюю премию. И, конечно, мне кажется, что это немного незаслуженно, потому что сравнивая себя с лауреатами, я понимаю, что это от судьбы и от Бога большой аванс. И спасибо вам большое.
И я должен сказать, что у меня в руках еще один специальный диплом. Диплом Сергею Такоеву за вклад в развитие Северной Осетии и Алании, другую партнеру Алисе, которая очень много ей помогает.